столице Мексики появилась своя Сикстинская капелла. Это точная копия той, что находится в Ватикане. Установили ее в центре города, рядом с памятником революции. Проект заключается в воссоздании Сикстинской капеллы в натуральную величину. Он для людей, которые, может быть, никогда не смогут побывать в Риме. И вот у них есть возможность почувствовать себя внутри капеллы. Над созданием реплики в течение 2 лет трудились мексиканские архитекторы, художники и инженеры. 500-летние росписи мастеров эпохи Возрождения, включая Микеланджело, тщательно воссоздали с помощью фотографий. Было напечатано более 2 600 000 фотографий. Так много, чтобы воссоздать вогнутую часть. Нельзя напечатать вогнутые фотографии. Поэтому были напечатаны маленькие 3-сантиметровые изображения. И потом их собрали вместе. Высота мексиканской копии 22 метра, длина 67 и ширина 28 метров. Общая площадь 510 квадратных метров. Для меня возможность побывать в Сикстинской капелле – шанс, который нельзя упустить. Она воплощает мечты многих людей мира, и это подарок для Мехико. Посещение реплики бесплатно. В час ожидается около 2000 гостей. Копия простоит в центре Мехико до июля, после чего отправится путешествовать по разным штатам Мексики. К слову, данный проект получил благословение от Ватикана.